Так, ну, да, новенькая грубая, постиранная. Пахнет хорошо, но старая. Сзади, как видите, у меня террариум, так что если вы там будете видеть такого червя, это питоны ко мне переехали. Еще одна сторона питонов, да, когда вы держите питонов у себя. Ох, ебать громко. Хотите? Вот так вот. Еще одна из сторон содержания питонов. Так, телефон надо убрать нахер. Еще что-нибудь зазвонит мне. Мне всегда так надоебывается. Так, ну что, я выяснил. Я выяснил то, что, блядь, бот не отрубается. Нелепая ситуация, не правда ли, ребята? А где Мария? Мария вот же спит. Че, в журнале? Не буду, да, откуда эти парни, главное. А то, что девушки приходят, это, блядь, хуйня. В общем-то, бот не отрубается вообще, абсолютно, полностью, никак. То есть, нелепая ситуация. В 15-м году люди ныли, блядь, дать автоматизацию, а в 16-м году автоматизация принудительная. Звучит как нацизм или какой-то. О, мужик. Эй, стой! Ты похож на Бера Арестоуна. Ушел. Принять сообщение. Еще есть. Приблизись к ногу. Да, поболтаем с ними. Скажем им. Пупустырь. Какой-то ты... О, у тебя труба, блядь, или это что это? Здравствуй. Тебя ничего нету? Ну и ладно. Здесь даже читать не надо, здесь все одинаково. Что с водой-то накапливается? Ну вода сейчас вот, блядь, чё мы сможем делать, а воды торговать. То есть соберем и будет вода. Минус усов, когда я пью кофе, оно у меня остается на усах. Иногда вы видите это в кадрах. Я не могу есть кофе. Ты спать хочешь, дитя? У тебя хочет спать. На кровати, блядь, по пизде просто. А, ну ты сделал. Спать, администратор, иди спи. Нам холодильник бы доставать. Yes. Ну что, тут по ходу дела надо ускоряться. Бля, меня радует, как это у нас, как чужой, блядь. По вентиляции вверх-вниз. Где они, блядь, там ходят, блядь? Что-то я не помню. Смотри, как. А, ведь они что, уже возвращаются? А, ну да, они же возвращаются, точно. Ну ладно, мы их сразу же пошлем. Ну теперь у нас воды до хера, можно их поставить в город. Поискать там жратвы. На складе воды больше нет места. Отлично. Вот эту новость я хотел услышать. Когда пойдет черный дождь, будет пиздец. Здесь рейнингмен, халилуйс, здесь рейнинг блэкмен, да? Нет, а че это здесь не зачем? Чтобы чего-то пролезли люди? Черный дождь, я имею в виду радиоактивный. Правда, я не знаю, каким макаром разработчик решил, что такой дождь вообще существует после отсутствия взрывов. Да, то есть, сперва что должно произойти? Должен произойти атомный взрыв, да? После этого, если были, скажем так, были предпосылки для осадков, то может пойти черный дождь. Радиоактивный черный дождь. То есть те, кто его выпьет, получат, скажем так, много счастья и не очень крепкий иммунитет. Да? То есть там все убьется, и он будет рассыпаться на куски. Реально, реально жуткая вещь. Я все эти вещи смотрел, изучал, когда было время. Садись в туалет. Нам, я не знаю, как их надо послать всех. Еды у нас всего 3 единички. То есть надо и так сейчас слать в город. В городе дохуя припизды, да, то есть. Дети, походу, спят лучше. Нужно дать ей выпить воды. Наверное, принять душ. Возможно. Нет, принять ей душ. И починить пока его. И послать их в город, вот этих двоих. Потом я вам... Так, не такой сильный усах. Надо постричь их. Потом я вам сделаю, да, в гейммейкере специально покажу, сколько срок кода, да, занимает автоматизация персонажа на какой-то вид состояния, достаты, наподобие голода, жажда, сна, жрать, срать, спать, да. То есть специально вам покажу, как делается пафайдинг, как это выдвигается. Потому что я делал игру наподобие Majesty симулятор.
Kingdom, да? Sim King. Sim Kingdom, или как-то так, да? Симулятор королевства. То есть, вот так вот. На эту хуйню я был тогда помешан, но рисовать я тогда не умел. Из-за чего... Да, придется все покормить. Из-за чего мне и пришлось, так сказать, поднапрячься. Начать больше рисовкой заниматься, чем кодом, да? Ну, с кодом у меня проблем, блядь, нету. За исключением, который был roguelike рандомизатор. То есть это геморрой, да? Сейчас мы будем посылать наших избранников в город. Воды у нас дохерища, так что все ок. Так, ну хватит, все. Ты тоже помылся, все сойдет. Кто у нас тут? Насус, Робер, Роба, Насус. Насус и Мария. It's time to expedition. Мария! Насус. Насус восприятие большое, так что о. Да, тина. Воды как много они потратили на душ. Мои сладкие уебаны. Бля, вот как расставить так, чтобы... Чтобы они прошлись по максимуму, да, и нашли еды по максимуму. Вот так он, да. Это ты сейчас как бы заебашь вот этих зверей. С этим проблем нет, но мне нужно найти топливо. И у нас нет противогаза. Ах ты, сука. Вы хотите, да, прекратить. Так, быстро. Ебашь. Противогаз. Противогаз раз. И все, они пойдут. Так, ты. Пока не моешься. Хотя нет, идешь мыться. Иди в жопу. Иди прими душ. Нужно больше воды. Нам не хватает. Представляете, воды, блядь, не хватает. Кота еще кормить, блядь, надо. А еды у нас 2 единицы. Ну, кот, ты сдохнешь, блядь. Хотя нет, если они сейчас сделают это, как его? Это там в душе-то тоже голодный, сука. Быстрее делай, блядь. Похуй, что ты хочешь спать. Работай, негритоска. Я все видел, каких ты мне детей вначале пыталась дать. Черных, блядь. Я все знаю. Так, еще раз. Мария, блядь. Насус. Три литра она потрачена была. А? Так вот, да. Не знаю, надо сделать так, чтобы... Чтобы минимум потратить. 55, да. 56. То есть как-то вот так вот, да. Подтвердить. Установить противогаз. Трубу. Пакетик. Дать в поход немного воды. В буквальном смысле всего-то ничего 4. Поставить ей противогаз. Да, чтобы они не получили рад. И отправить группу. Вы готовы? Да. Пока-пока. Так, ты хер в душе. Вылази, жри. Коты сдохнет. Это такое предсказание. Коты умрут. Если мы не успеем построить холодильник и эту херню. Продолжай. Так, ты вставай. Пой пожри. Кот мяу. Пасти, киса. Все, пизда кошаку. Я все знаю. По пизде пошел кошак. Кошак такой, блять. Интересно, мы можем заполнить без кошачьего корма? Давайте ему остатки соскребем, он пожрет. Принять сообщение. Смотреть место, конечно. Чё, блядь, нечего взыпать. Давай, иди работай тогда. Сейчас мы сделаем кошак. Мы вскроем кролику ебало. Наконец-то. Где они ходят? Давайте, осмотри карту. Где вы, блядь? Что вы нашли? А, это, блядь. Тьфу, блядь. Зачем я им сказал осмотреть? Надо бы сказать, пиздуйте дальше. Ну ладно. Сейчас посмотрим, что там будет. А вдруг там что есть. Принять сообщение. Да, изучить предмет. О, еда. Отлично. И телевизор заберу. Если переработать. Ну ладно, заберем на всякий. Если что там бросим телек. Хотя нет, пусть останется здесь. Песок. Ну это с нами пойдет, да? Телек все равно не стоит ничего. Да, оставим здесь.
Вы завершили период времени? Да, завершили. Кошкот такой, бля, козяй. Голод, 92 здоровья. Да я не успею. Это пить хочет. Ты прикалываешься. Кипи воды, блядь, потом продолжишь. Кошмар. Он, блядь, я пью. Честно. Никогда не страдай. Да, блядь. Сколько хочешь, ну и, блядь, я тебе могу только насрать. Холодильник готов. Почти, блядь. Ты чё, блядь? О, обосрался. Он обосрался, потому что холодильник готов? Или что это, блядь? Я даже не понимаю, что это, грязь, говно? Да, потом наш добрый хозяин хибарки. А какой это высота? Бля, вот чё ж так нарисовано-то стрёмно? Даже мне стыдно такие выставлять. А люди сделали. Ну ладно, у них детализация, продуманность хорошая. Чё тут претензировать? Давай, надевай, а потом мы ебанём кролика. Взять добычу из силка. Покормим коты. Наделаем кучу силков, блядь, и перехуярим всех зверей. Блядь, сообщение. Чё там? Ну покажи мне. А вдруг они мне что? Полезные принесли. Ты похож на Данди. Этого. Крокодила Данди. Так, еда понравилась. Бензин тоже. Сука. Почему три-то, блядь? На пружинку. Согласен такой админ. Ну ладно. Еду заберу у него. Харизм так, а хопа пятак. Ага, сиськи надо показывать, и цена сразу падает, блядь. Один кусочек. Ты, блядь, шутишь. Нам нужно больше ловушек для кроликов. А второй уровень силка что дает? На ловушку для животных. Эта ловушка дает много продовольственных пайков из пойманных животных. А это что дает, блядь? Ну-ка. Где она тут, блядь? Эта ловушка может поймать дичь. Собирайте пойманных животных, храните для... Старая испытанная ловушка. Ладно, давайте вот это поставим, да? Типа крутая, блядь. Типа. Типа, Карл. Не гарантирую, что она охуенная. Подожди, тебе, наверное, костюм надеть сперва. У нас осталось... Готовь жратву, как делать? Ты можешь ему насыпать? У нас мясо-то как бы есть, давай засыпим. Все, мяса нет. Можно отключить эту хуйню. Сколько у нас топлива? 15 единиц. Так, первым делом мы займемся, да, ремонтом, блядь. Правильно, горелкой нахуй, блядь. Это сейчас заделает нам мясо. По крайней мере, построить на приблуду для мяса. Улучшенный синок. Самая гуманная и эффективная ловушка, которую только можно сделать. Эта ловушка дает больше всего. Требуется верстак третьего уровня. Ну, понятное дело. Да, вот это что? Это средний холодильник. 20 порций мяса. А это сколько хранит? 10 порций мяса. Ну, сойдет. На 10 порций тоже хорошо. Нам нужны еще ловушки, блядь. В бункере защиты от имбецилов. Набор отмычек, блядь. Ловушка с ружьем. Нихуя себе заявление. А можно таким на дичь ходить? Хороший туалет. Металлоискатель, да. Позволяет обнаружить предметы. Да. Нам вообще нужна сумочка. Сумочка, блядь. Карл. Палатка. А. Ага. А что еще есть? Ну вот, большой весь мешок, да? Удобный туалет. Удобный душ. Особенный. Особенных вроде пока ничего нету, да? Вроде бояться пока нечего. Что это? Камера видеонаблюдения. What the fuck? Ага. Ловушка с винтовкой. Нихуя себе заявление. Датчик движения. Датчик движения. Нихера тут, блядь, большой холодильник. Лаборатория.
Можно создавать лекарства из искусственных выращенных растений. Нет, мне нужен рассадник. Я рассадник так тогда и не сделал. Три лампочки нужно. Рассадник. Охуенно. Нам еще противогазы нужны, да? Ну ладно, сейчас он. Сейчас малыш все сделает. Все, возвращайся. Снимай свой костюм, блядь. И я не знаю, послать его спать, да? Потому что он проголодается рано или поздно. А еда у нас у наших этих сейчас. Скоро придет. Принять сообщение. Смотреть место. Где они? Давайте поглядим. Где вы, блядь? Противный субъект. Я, блядь, не доверяю на самом деле этому переводу, блядь. На самом деле, может, он не противный. Я думаю, может, английский включить. Кот насрал. Блядь, лоток постройте коту, блядь, он заебал. Это гад делает. Хорошо. Нить, в общем, надо теперь душ. Нам великим, потому что... Да, молотком его. То, что душ сломается, не помоется, когда придут. О, черт. Пить даже кофе не дают. Принять сообщение. Изучите предметы. Еда. Такие. Предметы для строительства, да? Как я понимаю, у книги цена торговли 20-ка. Ну так он, да? То есть, возьмем книгу пока что. Возможно, книга дорогой предмет. В переработке у нас пока ничего нету, да? Так что мы всякое дерьмо брать не будем. Лишний раз. Это потом туда-сюда кидать. А можно коты, блядь, захуярить? Дядь, я все хочу коты захуярить на еду. О, наконец-то он показывает, сколько еды. Нет, не показывает. Мне коты показывают. Хуя мне коты-то, блядь. Ты котом управляешь, что ли, блядь? Принятно, принятно. Принятно, что мне показывают коты, блядь. Вот, 18 из 120. Сейчас не осмотрят места. Надеюсь, мы найдем жратвы достаточно, чтобы выжить. Ну, вообще, надо как-то до радио улучшить. Первостепенная задача теперь. Изучите предметы. Еще еды, да, пластик, цемент. Цемент же ведь нет, известняк. Винил, пластинки, хер с ними, да? Да. Так, а, нет. Погодите. Блять, принять сообщение. Исследовать. А, улучшень, да? 4 выключателя надо быть. Ладно, найдем что-нибудь. У нас чешется. Ну и, конечно же, надо поднять еще раз, блять. Либо улучшить вот это дерьмо, которым тоже духоопитель надо, либо сделать еще один запас воды большой. Еще 30 литров воды. То есть нужна резинка. А у меня противогазы требуют тоже резину. А, нужно много резины, да? То есть, выходит. Он же 63% починил. У нас сейчас с топливом беда. Добавить топливо надо, да? Сейчас он зальет. Я думаю, мы отключимся. А, не, погодите. Я не помню, что зачем свет нужен был. Ты истощен. Ну иди спать. Кровать починил, вот и иди спать. По ходу дела, чем больше я сообщаю по радио, тем чаще приходят торгаши. Нихуя-то они тут нашли. Ну, книгу можно затолкать, да, пружину. Это не то, это транзисторы, конечно. Мне нужны переключатели. Или эти, как его там. Забыл, что это с дерьмо, не нужно. Медведь уже как бы у нас один есть. Стеклянный кувшин. Переработаем, да? Это используется, это тоже используется как бы. Богатый на самом деле выбор, да? Пока возьмем вентиляцию. Вентиль, точнее, да. Можно будет там улучшить, я думаю, что-нибудь наподобие вот этого, да, на расход топлива. Потому что бензин кончится, мы тут объебемся. И, конечно, вот это улучшить. То есть эффективность кожи нужна, да, на прочность и обеззараживание. Можно обеззараживание сделать, да? Увеличивать скорость очищения загрязненного воды, да? Да-да-да, хорошо. Но это не потребление, да, а нам нужно
Эффективность, да. Увеличивать эффективность использования топлива на 10%, снижая его скорость сгорания. Вот. То есть уже вентили и провода. Здесь прочность и вместимость, да, но вместимость топливного бака нам нахер не надо. Пока что. Мы не такая большая группа ботов. Да, то есть здесь группа ботов теперь получается. Наш ловушка, конечно, что не попадает, блин. Используют один, используют четыре. В каком смысле используют? Ну-ка, блин. Секунду. Китайский, английский. Uses. Это сколько использовал, не раз осталось, наверное. А, я представляю, что там на китайском, да, ребят? Китайский язык, блядь, сделали европейцы, блядь. Китайский язык на шелтере. Русский очень показывает, насколько они хорошо сделали. Перевод. Нам не хватает дождя. Но воды у нас запас уже как бы сохранился какой-то. В последний раз, когда мы ее взяли, был полный пиздец. Обидный такой. Да, принять сообщение. Смотреть место. Где они ходят? Ну, они только здесь, да. Вот маленькая свалка, большая фабрика. Надеюсь, что они попадут в нее. Я говорю, что он пить хочет. Просыпайся. Просыпайся, ребят. Мне вот это вот меня очень сильно ебет, да. Вообще лучшим вариантом было бы сделать, да, сообщать игроку, что у вас есть какие-то детальные улучшения, где-нибудь цифру, да. Там, ну, рядом генератор пририсовать с цифркой, типа, хватает на улучшение. Либо вентиляга, либо что-нибудь. Да, изучить предметы. Жратвы нет, есть вот этот полезный предмет, который мне нужен, и петли. Есть краска, кожа, блядь. Гаечный ключ нам понадобится. Чё бы, блядь, выкинуть? Ну, воду, конечно же, да. Гаечный ключ берется. Резины нету. Гвоздь нахуй. Остается гвоздь программы здесь. Петля идет с нами. Вентиль забираем. Даже и не знаю, да, от чего бы, блядь, избавиться. Провод как бы здесь один. Можно было бы нахапать что-нибудь мерзкое, да, но мне нужен вот этот. Ну и гаечный ключ мне тоже нужен. И пластик нужен. Не влазит все, да? Тринитрат как бы тоже небольшой. Ну, мы оставим, да? Потому что мне так и так придется что-то выкинуть. У нас уже 5 еды. А там слот по 5 единиц еды. Это я хочу в туалет. Ты в туалете. Я скажу тебе секрет. Ты уже срёшь. Дом у меня, блядь, завывает, потому что в этом году у нас погода ветреная. Пришлось даже змею брать, а то они там охуели от него. Так, наконец-то он понял, что он посрал. Отлично, то есть она сходила в туалет. Кофе на усах, блядь. Так, ну и теперь что-то надо проверить, да, 54, 41. Эффективность там улучшить не хватает. Да, провода как раз и вентиль. Ну, вентиль придет, а провод у нас, по-моему, один. Значит, предметы, один провод. Оп, провода, отлично. Жратва не влезает. Сгоревший ноутбук, пила, дрель, ебать, колотить. Это все надо забирать. Дрель. Пока книги, пила. Пока бутылка. Надо скинуть со мной. Да, ну, труба одна. Что это, отвертка тоже уходит со мной. Нейлоны, блядь. Веровка. Вы как весенец. Линия, да-да-да, угу, морока. Манекена нахер нам не нужна. Ага. Еще не влазим, да, известняк. Это песок, то есть с цементом мы сколько-то сделаем. Взял бы пакетик бы и возьму, да. Пластик скину, возьму пакет, чтобы у меня двое ходило с пакетами. Больше слотов, больше проку. Больше проку, больше слотов. Что еще можно было бы отсюда взять? На самом деле, до кофе семя мне еще тысячелетия, да, от известняка я не откажусь. Ну и все вроде, да? Вот так, хоп, и... Да, я готов, я забираю это. Еда. Нужна еще еда, на самом деле, да? Ну, ребята, сейчас как раз этот волшебный круг, блядь, прохуярят. Думаю, мы наберем еды. Кто, блядь, на нас станет нападать? У него труба и кьюшка. Она там ебанет разок, блядь, всех раскидает. Очистить укрытие. Какашки эти, блядь, лежаем, блядь, вообще не в тему. Наберется, да, а потом... Джек, просыпайся.
Пора выпить водички. Это у нас почти не осталось. И извините. У нас вода кончается, дождя нет. Осмотреть место. Нужно починить, да? Потому что если это выключится, то все. Мы здесь, блядь, сдохнем. Кислород кончится, блядь, будет загрязненный. Радиация, поражение, блядь. То есть все это требует, да? То есть нужно торговать на самом деле с ребятами. Ты что-нибудь попал? Кролик! Кролик! Тихо. Нас. Нет, Роберта. Роберта, пора кролику вскрыть шею. Красет селок, все. Пизда моча. Сейчас узнаем. Изучить предметы. Еды бы. Голова манекена. Генератор. Преобразовать механическую энергию в электричество. Требуется для ремонта дома на колесах. Я бы взял бы, но нет. Ремень вентилятора, да. Пружинки. Тут, блядь, противогаз лежит. Вот это, блядь, вообще западло, да? Ну, цемент нам не влазит, известняк мы набрали. Как бы, да, еды нету. Спички. Что, придется пакетик выкинуть, да? Что же за наебалово такое, да? Ну, противогаз и резины-то мне так и так нужны. Ну, нужны, еще как, причем. Скорее всего, нейлон тоже придется скинуть, взять резинку. И пластик тоже нужен взять. А это я не знаю, что выкинем, блядь. Песок, блядь. Давайте песок выкинем, да, и возьмем пластик. Потому что ну, без пластика вообще не по варианту. Я вообще не знаю, ходят ли здесь NPC и собирают ли они тоже эти стафати. Или я могу набрать 10 раз пройтись, блядь, кругом и не паниковать. Противогаз я возьму, ластик и эту тоже заберу. Ну так, он, да, подтвердим, да, забираем. Ой, блядь. Ну да, потом просто сдать костюм. Сейчас посмотрим, да, удержится ли селок или сломается. Да, сломался селок. Хуйня. Принять сообщение, осмотреть место. Обидно, да? То есть ты из нас должен пожрать. Один. Есть будет девочка. Потому что ты не голодный. Что? Ну я же есть хочу. Нет. Ты уже не хочешь. Ты хочешь взять костюм и выйти наружу. Изучите предметы. Ну, противогаз. Не зря я его взял. Сука, опять песок. Лампочки, предохранители. Что это? Арматура, блядь. Камень. Камень плюс арматура равняется камнитура. Пиздишь, следи с арматурой и камень. Ладно, мы забрали камень, да? Хорошо. Еды все еще, блядь, нет. А нам, чтобы улучшить это дерьмо, надо петли. Ну, петли мы несем, веревку, конечно, нет. О, дождик пошел. Иди чини. 36 здесь, 48 здесь. Принять сообщение. Привет, это Насос, осмотри место. Девочка сейчас поест, и мы сделаем еще одну водяную, да. А не хватает, резины не хватает, ничего мы не сделаем. Значит, девочка сейчас поест и пойдет пиздить по рации. Для торговцев. Пока папаша, блядь, на улице с паяльником в дождь, блядь, скорее со сварочным аппаратом, блядь, без баллона. Это микросварочный аппарат, вы ничего не понимаете. Просто хулиганит там на улице. Изучите предметы. Наконец-то, мы нашли жратву и даже бензин. Ну, если выбирать между... Ну, этому месту нету. Нету, да, то есть нужен пластик. Если выбирать между... бензином и даже кусачками, клещами, и вентилем, и пружинами, я бы выкинул бы вентиль, да, и забрал бы весь бензин. Почему? Потому что не будет топлива, не будет счастья. А без счастья мы все умрем. Все умирают, у кого нет счастья. Наверное. Возможно. Ну что ж, надеюсь, торговцы приходят, вот как я понял, то есть они начинают просто мимо ходить, блядь, и спускаться, говорят, что у вас для торговли. Шо принесли, что есть. Смотреть место. Надеюсь, да. Люди выживают по 67 дней, да, только у них бывают баги происходят. То есть у них двое пошло, один умер, другой вернулся и встал. И все. И типа вещи не возвращается, стоит здесь вот. Охуевает, вообще вот здесь. Планшет, блядь. Планшет. Да, изучить предметы вновь. Еда. Противогазы.
Кофе, блядь. Какие-то люди, блядь, странные в этом мире. У всех кофе, блядь. Ну все, больше не вылазит. То есть из известняка я набрал, бля, полный пакет. Стеклянный кувшин, песок, да. Угу. Ну, отвертка у нас одна уже есть. Остается только дождаться одной еды, одного бензина где-нибудь. Или пластика с пластиками. Все такое. Да, да, да. Надеюсь, я ничего не проебываю. Да, не повтыкаю глазками своими кривенькими. Кривенькими, неполными, неполноценными, слепыми. Ну, проверить авто, здесь нечего надевать. Опять связь. А, теперь Мария говорит, да, давай, давай. Иду сам. Вот, просто кот, меня просто штырит этот кот. Ну, у нас есть селок, да, для жратвы. Вроде как он много должен дать. Возможно, мы доживем до состояния, когда мы сможем улучшить радио. И сделать хоть что-то толковое с ним. То есть, начать вызывать торгашей и просто водой торговать. Да, по КД. Вода понемногу заполняется, так что неплохо. А, вот она, 60. Пятнашка бензина у нас. Нет сообщения. И предметы. Бензин, да. Единица бензина. Мотор есть, вот еще один. Провода. Провода больше влазит, смотрите-ка, а. Петля, конечно, но петля не влезет. Веровка тоже, которая нам тоже нужна уже. Инструменты нужны, чтобы эффективность их увеличить, потому что без них мы точно тут прихуеем. Мотор, да. Ладно, оставим его, хер бы с ним. Да. Жалко, что они не запоминают, что было в каком доме. Ну, это нелогично, конечно же, да. Я бы запомнил бы, что там было. Они еще, да, вон в тот дом ходили, бля, потом вернулись, потом так. Извращенцы. Что у нас здесь? Малый офисный комплекс, большое отделение полиции. Угу, вон там вот оружие должно быть. Большой офисный комплекс, да. Ну, понятно, хостовары, аэропорт, автозаправка. Да, найдем мы еще еды впоследствии в еще одном походе. 18-й день. Хотя выживать не так и тяжело, на самом деле. Бля, они по КД что-то хотят. Будьте самостоятельны. Петь кофе. Кофе на усах. Смотреть место. Пойди посри, что ли, пока вода есть. 73, да? Вода все еще набирает. 74, 75. Сурт они что-то дохуя. Улучшить нельзя. Да, в чем разница туалетов? Ну, к примеру, вот. Что тут у нас? Только душ, что ли? Походный туалет. Очень много мешает загрязненность, очень много воды. Для обычного. Ну, по ходу дела, нужно сделать туалет простой, да? Чтобы воды духа не тратил. А душ здесь есть? Более комфортный нету. Угу. Хороший душ. Но расходует много воды. Ну, а этот... А, это душ, да. Очень много воды. Много воды. После каждого использования его нужно мыть водой, да. Это бесцензурный, да. То есть у меня и так второго уровня туалет. Так, привет, это насос. Здравствуй, насос. Чё нашел? Доски. Хорошо, провода. Даже... А, петля ожидания лезет. Ну, 9 единиц жратвы, да. Скажем так, их покормить всех надо будет где-то 6. Плюс у нас кусок мяса. Гнили 0, да, вместе мясо 0. А с собой у нас пока нету. Нет сообщений, да, вон 0 еды. Смотреть место. 0 еды, блять, вот это обидно. Это пытается чудо сканировать. Не знаю, как это выглядит в реальной жизни. Да, ребенок пройдет. Здравствуйте, здравствуйте, мне нужно торговать. У меня есть еда, вода. Я торговца. Что-то наподобие, да? То есть, ну кто, блядь, ребенку поверит, что он нахуй торговать готов. Ебать, не было. Так, мужик, жратвы у нас нет. Мы ждем, когда наши вернутся. Полным пакетом жратвы, наконец-таки. Так. Ну, за общий поход я хз, сколько мы видели вот этих штук, выключателей. Но, по-моему, не 5.
Да, все, надо их возвращать. А, вернулся. Звезду туда им ходить не надо. Он сейчас наденется, да? Пойдет, починит. У нас единиц воды у нас столько. Блять, мало на самом деле. Да, надо 160 где-то, 150. О, надеюсь, ты торговать идешь, Артур. Арфур! Да, как бы сказал бы какой-нибудь британец. Кстати, у меня не выходит делать русский акцент на английском языке. То есть, они, знаете, в Японии есть урожай из Швеции, да, швейцар, итальянец. С гражданством американца. Он актер, да, он хорошо умеет, так сказать, пиздить. О, да, торговать, ответить. Да, есть ты обмена. А что у тебя есть? Ластик. Забираю. Блять, пиздец, он привез проводов, моторов. Сейчас я ему напихаю, сколько я могу себе позволить. Вот столько могу позволить. Так, нет, тихо. А это... Это вообще песок, да? Мне как раз нужен песок. То есть я наберу провода. Я беру вот это. И у меня еще останется. Да хуя воды. Но ластик я не отдам. То есть ластик нужен, я его не буду скидывать. Ну ладно, да, неплохо. В шерсти, провода, торговля. Понятно, возможно так работает, а возможно и не так, да, я пока не знаю. Олень! Олень бы вот в эту штуку, да, влезет ли олень? Сука, олень испугался тебя, Джек. Джек, ты зачем оленя напугал, дебил? Все, хватит, починил, скажем так. Иди домой. Верни костюм. Давай, скажи, мы удивляемся. Мне было интересно, куда эти парни берут, да. Можно было бы дописать какой-нибудь новый текст. Даже без перевода, просто на английском. I was curious. Where the fucking is taking cities? We saw stuff we took from dead bodies. Или что-нибудь наподобие, да? Кот, ты охуел. Ты жрешь, блядь, чаще моих. Я истощу, я рад за тебя. Я тоже прихуею. Прихуел немного, как у нас кот живет. А кот такой, мяу. Зачем нам кот? Где крысы, блядь? Мы бы крыс бы ели. Кот, а почему ты крыс не жрешь? Интересный вопрос, да? Почему кот не жрет крыс? Где этот олень ебаный? Он тебе ушел, да, навсегда? Почему карта такая маленькая, оленя места не хватает? Это все я пытаюсь. Отстань, я пытаюсь вызвать дебилов. Где они, блядь? Далеко? Почти вернулись. А я, блядь, чё, трусцой нахуй несутся через такую площадь? Усы. Усы, блядь. Карл. Ну, придется здесь ускорить, а так и так-то штуку нет, ничего не происходит. Олень не пошел в селок. Олень, сука, умный. Это, о. Куча, очередь, блядь, в бункер. Просто пришли. Тын, следующий. Чем вы тут занимаетесь? А мы вызываем. Так, ну что же, взять все, могу, да. Хорошо, подтвердить, да. Сколько у нас места? Дневной экскурсант получил достижение 45 из 52. Ответить. Чего не, ну, я нашел кучу вещей. Да, мы готовы. Патроны мне не нужны, спасибо, я застрелиться не хотел бы. Но кожа мне нужна, по факту, железо. А, надо воды им дать. Может, батарейки забрать? Ну, я не знаю, да. Ее батарейка, но у нас еще нету полок. Да, обмен пока такой. Так, принять душ. Пошла мыться. Вода новая пошла, отлично. Так, ты вставай. Пожрать. Еще напомню. Отлично. Нужно, по сути дела, да, у меня две мысли только. Либо улучшить радио, не хватает. Либо построить еще один вот забор. Противогазов как бы у нас, да, здесь, по-моему, есть. Три противогаза, да. Ну, водозабор надо создавать. Очередной. Да, еще 30 единиц воды.
Так, нет, стой. Иди сюда. Все, помылась. Иди жрать. И принять душ. Куда она пошла? Что это за полосочек? Куда вот она идет? Видишь, блядь? Ой, давай. А то он чуть не отменил. Наверное, она пошла отменять. Возможно, да, посмотреть. Хорошо принимать гостей в груди снова, хоть они и ругаются, но зажжут греть свет. Пусть пиздец сколько хотят. Топливо мы добавить надо, да, нам топливо. Думаю, котгу... А, да, кормить кота. Корми дебила, блядь. Потом крысы нападут на нас, блядь, а у нас не будет кота. Он сам сказал кот. Не кошка. Дискриминация, да. Ну, у него восприятие есть. Активный, гигиеничный, отлично. Не знаю, он как бы выспавшийся, да? Воды у нас 119, сейчас она построит, будет 150. Дождь еще идет. 150 запас, хорошо. Ей надо поесть и спать лечь. Но они оба в хорошем состоянии, так что я начну экспедицию. Кто там? Роберта и Джек. Роберта. Находчивые руки прочь. Так, хорошо. Куда бы их послать? Я бы их послал бы вон в тот городок, да? То есть вот сюда. Так как мы еду в том месте уже собрали. Я не знаю, да, добавлять вот так вот маршрут. Ну, ладно, воды немного замира. То есть, с захватом одной единицы. Не хочу много захватывать. Там уж дохерищу. Но проведу их вот так. Подтвердить, да? Установить. Установить. Трубу поставить. Труба вообще дамажит больше. От 8 до 12 от... Точность минус 5%, точность 0%. Хорошо. Дать им чуть-чуть воды опять на торговлю. Буквально. В смысле 8 единиц. Надеть ей тоже противогаз. Оп. И трубой. Хуяк. Все, пакетов у нас нет. Хотя бы один пакет тогда взяли, уже хорошо. Так, Насус негодует, Насус хочет жрать. Это куда-то, блядь, опять пошла. Она же только что жрать должна была. Это куда-то пошла. Они не пожрали, они просто отменяют, да, идут чем-то заниматься. А, точно, они берут же и идут готовить, блядь, на плите. Я и забыл про эту хуйню, что у них, блядь, у всех потом впоследствии включится, блядь, в мозгу. Сюрикен, хюрюкин, да, и хуярит все на плите. Блядь, надо перестановку сделать тогда в... В форте, хотел сказать. Я ужасно хочу в туалет. Ну, пойди, сходи в туалет. Какая разница? Чё ты меня, блядь, это говоришь? Врут мужики. Один усатый. Похожий на солиста из Квин. Тоже Артур. Артур спускается к нам. Иди спать. Притворись, что ты спишь. День добрый. Дождь, черный дождь пошел. Зажигалки. Цемент. Хочешь водички? Черный дождь. It's Black Rain Man, да? Халилуя, да, заберем это. Зажигалка, небольшой план. По необходимости взять небольшой план. Не знаю, зачем оно нужно. Что это брать-то вообще? Да, это большая, блядь. Магнику, кордю. Для взрывчатки. А, давай, все, пошел нахуй. Загрязненная вода, пошел черный дождь. Как этому человеку удалось провозить все эти вещи на повозке повсюду? Потребовалось время, ему удалось отыскать все детали для старого фургона и использовать его в качестве транспорта. На самом деле, вполне разумно. Хорошо, разумно. Я люблю разумность. Иди спать. Ну что ж, у нас грязная вода. Она впоследствии очистится. То есть ее очистит мой же фильтр. Вопрос в том, сколько он будет это делать. Так что у меня очень дура пить.
Что нужно улучшать обеззараживание. Увеличивает скорость, да, то есть он и так обеззараживать должен. На принцип сообщения подключиться. Кого-то мы нашли. Кстати, как я понимаю, да, в этом походе дождя никогда не будет черного. Эй, теперь ты похож на человека, который знает, как пережить. Спасибо, я тоже знаю. Я заберу это то, что я у меня... Это то, что я у меня есть для обмена. Что я у меня есть для обмена? Ну давай, что я у меня есть для обмена. Давай, блядь. Не хватает на все. Либо это, да. Ну я заберу топливо, наверное, на бензин. Что у меня для тебя, блядь? А, да. Удачи тебе. Ищбень, Мишельбек, что я у меня, блядь. Что я у меня, то же любить, твоя моя. Мне вот интересно, если в защитном костюме пойти улучшение делать, что будет? Кот пожрал и посрал прям там же. Ебало тебя, кот, ты пошел спать подальше. Да, нужно улучшить фильтр, иначе воды много загрязнится. Просыпайся, взять костюм, а то это, блядь, напьется воды, блядь, сдохнем все. Заодно проверим, охуеешь ты от этого или нет. Мало ли что-то ты истощен. Иди, блядь, делай. Доченька, куда ты? Оленя поймали. Пока олень совсем не умылся, блядь, захуярь его. Дети хуярят оленя. Мы даже кожу с ней сняли. Куда пошла? Улучшить. Давай. Давай, херать. Если ты вырубишься на полу на улице, я не уверен, что педобир не найдет тебя. Но это не важно. У нас вода загрязнилась. А эта дура, когда проснется, пить захочет ее. Хотя еще ради передачи. Принять сообщение. Смотреть место. Нелепо, да, нельзя им сказать, не пей, не пей. Черный дождь. Я не знаю, как формируются облака с черным дождем, да, насколько должен быть сильнейший. Насколько сильный выброс должен быть радиации, чтобы можно было ходить, блядь, в противогазе и не умирать, а как дождик идет, так пиздец. Ну, известняка, я думаю, нам больше не надо. Нам нужно собрать, кстати, ящик еще. Но мы пока соберем. Вот пригодится. Все делает. Ну, я не знаю, она вырубится сейчас. Потом доделаем, да. Или улучшение нужно делать полностью. Ты прикалываешься. Ну я тебя ебал. Ну я ебал, да, на самом деле. Ну глупость. Походу дело улучшение не доходит до конца. Да, посмотреть. Улучши, давайте глянем. Ну да. Охуенно. Охуенно, да, я делал с челом лотком. Такой, ну хоп, все, блядь. Ничего я не делал, мы ничего не видим. Олень, шел, а вот он. Давай, подстегнуть тебя. Вот, давай. Прям в эту хуйню еще 3 использования. Сейчас тут. Хуяк. Олень такой, нет. Не убивай меня. Не знаю, кто ты. Иванушка, оставь меня, я исполню твое желание. Что-то я высоко сел. Совсем взлетел. Банка мне не нужна. Я же говорю, Иван. 36% загрязнения. Дождь, блядь, прекращаться не планируем, блядь. А вода наполняется. Перекройте вентиль, блядь. Можно закрыть вентиль? Нельзя. Лепо. Олень такой, бля, ебать меня. Зачем я полез в эту херню? Прости, олень. Ну ты попал. У меня сообщение. Смотреть место. Либо еду перенести к плите, либо плиту к еде. И нам нужен ящик. Надо создать предмет эти глянуть. Можно создать, ну, полка это книжная, да, может создать малый ящик. Уж пока ничего нету, да, набор старателей. Набор позволяет ей находить больше предметов в шахтах, полянах, горных, ну, это да, мы читали.
Может такой ящик, да, на третий уровень. То есть нужен еще такой. Потому что коробка это, блядь, а то это, блядь, коробка. Она вообще здесь есть? Нет. А что это вот это вот за растяжка? Натяжная проволока. Нейлон проволок прикреплен к куску дерева. Натяжная проволока используется, чтобы ставить наушки. Установлен только если рейдеры пытаются прорваться внутрь. Банка краски. Краски нет. А есть у нас что-нибудь боевое? Да, есть. Которую прорвали. Ага, которые прорвались в наше укрытие. Необходима одна натяжная проволока, чтобы установить и иметь. Да, ну, блять, его, наверное, ёбнет, блять, чем остановит его. И мы его съедим. Мы же семья каннибалов. Просто пока не было шанса сожрать кого-либо. Приблизиться к незнакомцам. Да, они там у дома обрабатывают его, да, я... Ну, ладно, они сами там. Нет. Лысая. Эй, привет. Что у меня есть, это ужасная прическа. Я читаю за нее. Принять сообщение. Изучить предмет. Ну вот. Зря не ушли. Не зря не ушли, точнее. Вот так, да, возьмем. Даже транзистор. Да. Ребята понемногу набирают вещей. Уже неплохо. Дождь наконец-таки остановился. Загрязнение должно спадать. Там кролик скачет мимо. Да, вот, загрязнение падает, отлично. Ну, она проснется, вода почище будет уже. Кролик такой, да. Угу. Олень, блядь. Кролик, олень, привет. Просыпайся, возьми костюм, оторви оленю голову. Ты у меня очень умная девочка. А, ну ты же насос. Пьюшка его, блядь, затачивай. Еще дважды можно использовать. Ну, мясо у нас запас большой, да. Вместимость 5 из 10. Ну, 5, 10 мяса, в общем-то, да. Принять сообщение, изучить предметы. Что есть? Жратва, отлично. Спички, веревка. Краска, да. Песок. Песок больше не влезет. Электрическая... Плата. Плата нам не поможет, а аптечками я бы взял. За место чего взять? Возьми место доски. Вот так вот. Подтвердить. Да. Давай, верни костюм. А потом... Что мы сделаем? А потом мы построим еще один предмет для хранения. Похер где? Лишь бы его воткнуть. Минус сообщение. Смотреть место. Пока эти не вернулись, да? А то у меня сейчас места не будет для склада. Такие приходят, а все, выкидываем на пол, блядь. Тень вообще, в небытие, в черную дыру, в блэк-холл, сразу так. Эффективность инструмента 40%, да, уже как бы чинит быстро. Уже хорошо. Тот поход был отличный. Пошел дождик. Надеюсь, загрязнение воды это уменьшит. Нихуя не уменьшает, просто заполняется. Ищите предметы. Еда. Пружинка. Кожу мы набираем с оленей. Ну и все, вроде, да, ничего такого нету. То есть, у нас сейчас главный поход, это жратву собирать. 27%, да. Нихуя не меняется, она опять спать хочет. Принять сообщение, смотреть место. То есть, нужно будет впоследствии одну разобрать, сделать кровать хотя бы. Одну нормальную кровать, да. Сделать цемент, раскопать здесь все, блядь. И... Так сказать, показать миру, что наш бункер комфортабельная ловушка для идиотов. Да, расставить здесь все передвинуть, расставить здесь везде ловушки, блядь. Ебанушки. Так, еще постучало по нему дополнительно. 72 слота, отлично. Принять сообщение, изучить предмет. Жратва, отлично. Надо от чего-то избавиться. Успокоительные или антибиотики? Нахуй успокоительные. Железная труба вообще не помешала бы. Известняк, тоже неплохо. Песок мы уже закупили. Я бы взял предохранители, да некуда, да, даже веговка некуда. Пока ходят, да, смотрим за едой. Ну, ее надо, походу, дело спать положить. Мы еще даже не починили это. Как его? Пока вода не очистится, да, мы не можем ничего делать, да. То есть ее разбудить мы не можем. Пусть спит. Мне нужно как бы починить... душ. Когда ребята придут, им нужно будет помыться. Так и так. Учить предмет. Жратва. Отлично.
Бензин, отлично. Пакетик. Я возьму этот пакетик. Я не могу без пакетика. Все. Пакетик решаем, блин. Ты будешь, пока ничего нету. На вот это вот взять и все. Подтвердить, да. Пакетик будет моим. Очищение воды не идет, пока идет дождь. Это вообще пиздец. На 150 единиц. Могу ли я построить еще один склад для воды? Звучит, как будто я, блядь, двор фортрес какой-то делал. Больше полей. Больше бухла. Смотреть место. Больше. Просто не могу удержаться, ну, потому что выбора нету, на самом деле. То есть нужно делать больше, больше, больше. Иначе будет все плохо. Места у нас достаточно много теперь, складского. Тут небольшая грязь, да. Она пить хочет. Ну, вода загрязненная, блядь, детка, ты не можешь пить. Я выбора нет. Значит, предметы. Жратва, отлично. Труба, херня. Железо, забираем. Вроде больше ничего не влезет. Да, не влезет. Поехали. Если я что-то проебал, значит и рак. Раком можно. День 21. Вода когда-нибудь остановится, блин? Так и нет. Дождь. Смотреть место. То есть, ну, мы сейчас, да, грубо говоря, осматриваем территорию всю, которую видим на поиске жратвы. То есть, нам нужно запасти жратвой, пакетиками всякими, а потом расширить водяные склады и просто по КД торговать. Есть, ну, видите, не приходит пока радиопередатчик, я не кручу, не драчу, блядь, на торговлю. Значит, предметы. Жратва. Петля меня соблазняет больше всех. Еще, блядь, известняк, еще песок. Еще шерстка. Ну, ладно, похуй, да? Без петли пока обойдемся. Так, все, да, надеть, взять костюм и улучшить. В этот раз-то она справится. Ну, видите, сейчас проснется, блядь. 27%. То есть дождь идет, и вода не очищается. Чем, блядь, это... сейчас я сяду нормально. Чем это... аргументируется, я, блядь, не знаю. Ну, иди почини. Ты сама только что спизнул, если душ починить. Если душ починит, то он может прослужить. Чутка спящий. Надо. Плохой едок. Ну, плохой едок, это, конечно, круто, но лучше бы ты была бы плохой бухальщик, да, плохой питок. Выдохлёб. Не, выдохлёб, да. Защит предметы. Ножи. О, слушайте, а вот ножи, блядь, меня прям совращают из этих. Антибиотики придется оставить. Сейчас это накроет, наверное. Пружины избавимся, возьмем один тесак. Один свинорез. Дополнительный. Веговку скинем, блядь. Взять либо второй. Требует силы 6. Да, урон 15-20, 1010%. Я взял бы резинку, блядь, да, но... Два свинореза лучше, чем один. Выбирать даже не надо, да. Батарейк я просто выкину, да, и заберу резинку, а не трубу. Отлично. Ну, мы нашли оружие, уже хорошо. Конечно, не винтовка, как там полицейский участок. Надо было до туда потом дойти будет. Ну, душ пока чинит. Не вижу я ее запасы ХП. Нарей обезвожу. Придется и попить. Ладно, выпей, блядь. Посмотрим, что с тобой будет, блядь. Как тебя, блядь, сука, накроет? Ох, ее сейчас, блядь, накроет. Хотя нет, ой. Боже, рандом. Олени мы напугали, нахуй. Да и поебать. Принять сообщение. Да, чё там у вас? Так, ну это все сделало. Умника я получил достижение. Это, наверное, за то, что я починил дохуя. А, нет, улучшение я сделал за то, что... Но фильтр все равно не очищает. То есть, покуда дождь идет, очищения не будет. Прошел черный дождь, начался простой дождь. Пизда, мочалка. Покайся, блядь. Ибо будет приблизиться к незнакомцам. Давайте побездим с ним. У нас трубы, блядь, а у тебя что? У нас два свинореза, блядь, в запасе. Лысый. Эй, ты! Подтвердить. Еще! А если найду? Если ты здесь, чтобы совершить обмен, то имей в виду, что у тебя ничего нет, чтобы могло меня заинтересовать. У меня есть все, даже свинорез. Жратва, вода. Ну, воды, наверное, нет. Значит, предмет. Ну, похуй, я другу.
Я найду других, кого используют. Мотор вообще надо взять для холодильника, да? То есть, ну раз ее не накрыло, давайте мотор возьмем. 4 трубы, блядь. 4, блядь, трубы. Нахуй за лента. Трубы хорошо. Нахуй за ленты, трубы хорошо. Так, иди спать. Где бы тебя положить спать? Спать, 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 спать. Нет, подожди. Да, блядь, это покром. Покорми кота. Блядь, сообщение. Смотри к месту. Хорошо, да, все это быстро так идем, блядь, что у нас уже, блядь, аж час пошел. Жесть. Так, теперь надо помыться. Реально душ. Ну, ладно, хрен с ним. Я думаю, мы на этом и остановимся, да? 21 день. 27 дней, по-моему, было спустя, да? Ну, ладно. 21 день, да, выжили, живем хорошо, живы. Не мясо. Вроде игра нормальная, да, за исключением сраного автобота, который врубался сам, блядь, на NPC. В игре все хорошо. Логика, ну, бывает про просадки, но играть можно. Весело. Весело, интересно. Бункер копаем. Так что не скучайте, не болейте. Всем пока.